Всем привет, с вами Песенчик ТВ. И сегодня я буду проходить тесты необычные. Сейчас покажу. Пам-пам-пам. И первый тест у нас идет. Какой ты кот Пушин? Пушин. Да, окей. Давайте проходите. Третий тест. Какой десерт ты выберешь? О боже мой, они живые! О, они все-таки милые, но я хотел тортик. О, один попой танцует. О, опа, Гангнам Стайл. Какая музыка тебе нравится больше? Разная. О, это же удача, это удача. Клевер. Они клевер живут. Как думаешь, тебе везет в жизни? Не знаю, везет мне или нет. Какой из этих Пушинок тебе нравится больше? Пончик. У тебя есть сила воли? Как тебе больше нравится проводить свободное время? Провести время с семьей. Проводить его с семьей, заниматься спортом, заниматься творчеством, бездельничать и есть вкусняшки. Я бы тоже побездельничала так, но я не люблю бездельничать, я люблю заниматься творчеством. Поэтому не удивляюсь, почему у меня там много на канале своих видео, как я рисую. Да. Кто твой любимый персонаж? Искорка, Леди Баг, Блум, Гарри Поттер, Звездочка Баттерфляй, Эльза. Звездочка Баттерфляй! Я хочу быть как она. Поэтому я и хожу все время дома с распущенными волосами, как Звездочка. Как Звездочка Баттерфляй хожу с распущенными волосами. Так вот, Пушин сладкоежка. Какого фига? Хотя я сладкоежка немного, но я... Не ем много сладостей. А сладкоежки много сладостей едят. Но есть такие сладкоежки, которые немного едят сладостей. Кто изображен на этой картине? Давайте поиграем угадай пони по силуэту. Кто изображен на этой картине? Принцесса Луна, принцесса Искорка, Радуга Дэш. А кстати, я видел на ютубе. Они это самое, вот это вот... Игру вы засняли, короче. Дальше. Искорка. Ну, дальше. Да, блин, Искорка. Я пока не буду это трогать. Я мало знаю, что это такое. Как мне... Короче, это фигня. Давайте еще раз перезайдем в эту игру, а то у меня не тпхает на второе. Да это ниже! Блин! Что это за пони? Как же не угадать? Дагингду. Я смотрела My Little Pony. Флаттершай. Старлайт. Че, я не знаю ее прическу, что ли? Принцесса Каденс. Блин. Радуга Дэш. Че у нее с крылом? Она его что, зажала? Лира. Флари Харт. 10 из 10. 10 из 10. Просто правильно. Я же знаю, я фанат пони.
Фанатка, точнее. Да, не думайте, что я мальчик. Это я уже проходила. Кто-то из... After High. Да кто мне там все время пишет? Так. Пройти тест. Блин. Так. Но с кем из царственных ты бы хотел подружиться? Я не знаю. Я уже давно не смотрю Monster High. Все имена позабыла. Сестра у меня смотрит Monster High. Мама говорит... Когда я была маленькой, мама говорила, что это страшилище. Я в 5 лет только начала это смотреть. И больше не смотрела. Потому что я думала, что это реально страшилище. Вот они даже страшилище эти. Пьют кровь. Я не знаю, я просто угол поставлю. Где твой любимый учитель в школе Ever After High? О, она красивая. Выбери все туфельки. Ой, себе. Черный больше подходит, но вот эти. А может быть и черный, не знаю. Какой у тебя талант? А, хорошо рисую. Ты из Страны Чудес или из Ever After High? Я из другого мира. У меня галактика. Да что вы ко мне привязались с этим? Не хочу я Windows изменять. Не хочу, я по вам буду скучать. Мне придется все заново устанавливать. Photoshop. Фотостудия ОБС, Бандикам, Майнкрафт, С. А вы не думаете, кто меня смотрит, ну, например, мои друзья из ВК. Вы у меня останетесь в контакте, но я буду по вам скучать. А может, я не буду ее первым останавливать, а может, я буду, я не знаю. Я не знаю, спрошу у папы. Что там было написано? Тебя легко вывести из себя? Это очень зависит от ситуации и от людей. Я очень терпеливый человек. Я просто читаю ответы. Кем бы ты хотела стать в будущем? Певицей, врачом, олимпийском, чемпионкой? Видеоблог? Как это попало сюда? Видеоблогером, программистом, счастливой домохозяйкой, художником, дизайнером, язык запитается. Короче, видеоблогером. Как это вообще попало сюда? Я не знаю. Какой дебил это вписал туда? Ты Мэдилин Хаттер. Хеттер. Она что, видеоблогер, что ли? Не могу все никак понять. Ой, блин. Что о тебе скажет выбор любимого мультфильма? Ну, короче, на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Ссылочка в описании. Вы можете здесь пройти. Да. Все тесты, короче. Все 11 тестов. Если вы хотите до 11 странички пройти. Всем пока.